Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами. Да вы хотя бы прислушайтесь к этим голосам. Преступников выпустим. Чиновников посадим. И милицию разгоним. Военных загоним в 90-е. Они боялись тогда, я тоже был военным. Стыдно было одеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают. Вывести капиталы в офшоры, показали, как делают. Заставить всех платить за медицину, образование. Земли сельхозназначения будут частными, чтобы разрушить трудовые коллективы. А зачем они? Вот и все реформы. Но этого в Беларуси не будет.